почему нынешние изменения, они действительно фундаментальны по сравнению с теми изменениями, которые происходили прежде. Ни одно из прежних новшеств не влияло на то, чем наполнен мозг человека. То есть все остальные изобретения, они помогали нам решить задачи во внешнем мире. Автомобиль – это передвижение, электричество – это электроэнергия, которая определяет, опять же, свет вокруг, там, да, или какие-то технические устройства, их работу. Телеграф – это, опять же, коммуникация с другими людьми. Ничто никогда не определяло нашего внутреннего содержания. Те технологии, с которыми мы сейчас имеем дело, цифровыми, определяют наше внутреннее содержание. И причем они определяют не просто с точки зрения информации, что вот вам выдали эту информацию, вы теперь с ней живете. Нет. А действительно с точки зрения того, как наш мозг адаптируется к этой цифровой среде.